Здравствуйте, дорогие друзья! Сразу скажу, сегодняшнее видео будет очень странным, потому что на нас вызывали ментов. Звонят на услуги. У нас такая проблема, тут молодые девочки, они совершеннолетние явно. Очень дико себя ведут, на самом деле, пытаются мне оплатить чек. Мы не пытаемся не оплатить чек. Они представились сотрудниками прессы и говорят, что не имеют права на это. Нас обзывали бомжихами-курицами. Короче, я не буду вам спойлерить все, давайте просто вместе посмотрим. Для тех, кто не в курсе, что произошло вчера в прошлом видео, я немножечко поясню. Мы с моей подругой Лианой поехали в салон красоты. Изначально в этот салон мы отправили фотографию маникюра, которую мы хотим сделать, то есть буквально с запросом один в один. Я промолчу о том, какой результат получился, это вы можете увидеть в предыдущем видео, но смысл в том, что изначально цена была заявлена в 6 тысяч, а по факту на кассе нам предъявляют «платите 15». Почему у меня 9 тысяч? У меня 15 200. А почему на голове 6? В связи с чем у нас появляется резонный вопрос: а в какой момент времени так сильно изменилась цена с 6 до 15 тысяч? По цене сориентируйте, сколько будет стоить такой маникюр? Порядка 6 тысяч. Порядка 6 тысяч, да? Да. Хорошо, хорошо. И, в общем, смотрите дальше. Даже если вот условно 7 тысяч было бы, да, это было бы странно, потому что тебе изначально говорили 6, но тебе не сказали точно 6 000, поэтому даже маникюр за 7 тысяч, я считаю, это не круто, но это было бы обоснованно. Но откуда взялись цифры 9 и 15? 15 200. Сидите у нас, пожалуйста, смотрите, у нас цены указаны. У меня 15 200, а когда я звонила по телефону, мне сказали, что примерно 6. А у меня написано 9. А по телефону то, что вам сказали? То есть мы отправили дизайн, и нам сказали цену, вот, да, ну, в 3 раза меньше. Да, там средний, там идет средний, соответственно, вас могли полностью сориентировать по стоимости, но просто админ вам среднюю стоимость. Как вообще, как мы считаем, должна была адекватно разрулиться эта ситуация. На моменте, когда мы увидели цену 15 209 тысяч, мы подходим к администратору и говорим, на кассе, да, типа, у нас тут цена расходится, у нас сказали 6 тысяч рублей. Администратор говорит: блин, действительно, извините, пожалуйста, это наш косяк, мы озвучили вам цену в 6 тысяч, конечно, вы сейчас заплатите эту цену. И если Лиса говорит, что она недовольна маникюром, вообще в идеале, ей должны быть сделали еще и скидку от этой цены, потому что у нее действительно маникюр очень сильно отличается от моего маникюра. И очень сильно отличается от этого. А давайте посмотрим еще на черно-белую версию этого, чтобы вы могли трезво оценить, в принципе, ожидание реальность. Одна фраза, и вопрос решен абсолютно полностью, клиентоориентированность, все хорошо, но... администраторы салона решают иначе. И на нас решают начать орать. Я отправила фотографии на WhatsApp дизайна, который я хочу. Вы понимаете, что администратор не может... Смотрите, во-первых, давайте вы не будете повышать голос, да, разговаривать со мной вежливо. Не-не, вы вообще ненормально разговариваете, вы с самого начала ненормально разговариваете. Еще с момента, когда вы 7 раз подошли к моему мастеру и вынесли ему все мозги, что в итоге одна работа у нас выглядит вот так, а вторая работа выглядит вот так. Поэтому давайте, когда мы говорят не повышать голос, вы не будете его повышать. А теперь пришел тот самый мастер, которого я все это время защищала от админа в прошлом видео и сглотнула эту работу. Мы сказали, я была сама лично, сказали, вот, все, и плюс стоимость дизайн к этой сумме. Нет, если хотите, я могу показать аудио, у меня есть аудио разговора. Чтобы вы понимали, мастер, который сейчас говорит, это мой мастер. Это та самая женщина, которая сделала мне вот этот вот шедевр маникюрного, не боюсь этого слова, искусства. Именно этот мастер изначально при разговоре по телефону с администратором назвал сумму в 6 тысяч рублей. То есть как раз-таки именно она является зачинщицей этой ситуации. Потому что вы потом это в дальнейшем увидите, там будет все подкреплено пруфами. Именно она сказала, что она готова сделать это за 6 тысяч. И сейчас именно она утверждает в том, что это на самом деле мы тупые, что она на самом деле была свидетелем данного разговора, и что якобы она проговорила мне сумму. Но, как мы с вами видели в прошлом видео, а я снимала все, там этого не было, она ни разу не говорила на тему суммы. Сейчас же она пытается выставить нас тупыми и доказать, что якобы она что-то там говорила. Вопрос только в том, что они на тот момент не знали, что мы снимаем видео, что снимали с самого начала. И поэтому мы показываем им голосовое с самого начала. По цене сориентируйте, сколько будет стоить такой маникюр? По цене я тоже вам отправлю. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, жду. Администратор пошла спрашивать мастеров и перезвонила, сообщив итоговую цену с учетом всего и дизайна, и наращивания. Порядка 6 тысяч. После того, как мы показали им этот же самый фрагмент, который вы только что видели, администраторы стали выяснять, а кто конкретно назвал сумму в 6 тысяч рублей. Выяснилось, что эту сумму назвала именно моя мастер. Света. Понимаете, да? Та самая, которая секунду назад вот здесь стояла и говорила, что она эту сумму не называла, а называла ее по-другому. Это такой бред, когда если бы у нас не было бы этого кусочка видео, все было бы иначе. Потому что нам могли бы сказать, мы вам вообще сказали 20 тысяч, а тут вообще скидки всего 15. Да, у меня
меня вообще 9, как бы, за то, что вот вам не очень хороший маникюр сделали, девочки. То есть, если бы нам сразу сказали там сумму 15 тысяч, не было бы вопросов никаких. Но когда ты вписываешь, тебе говорят одну сумму, факт он оказывается другой, тогда ну вопросы. Ни у кого не было бы вопросов вообще, ребят, потому что мы в Москве живем, мы знаем цены, по которым делают люди маникюр, мы общаемся тоже с Кариной Аракелян, мы знаем, сколько все это стоит. Да. Нас ничем не удивите, поэтому, когда озвучили цену 6 косарей приблизительно, я лично удивилась, я допустила. Но я допустила эту возможность, почему бы и нет. Все-таки это на Илсане очень крупная сеть, могут себе позволить, типа, брать ценой, знаете, допиговать рынок. Потому что... Потом подключается мастер Лианы, потому что нужно понять, каким образом все-таки два мастера одинаковой категории, типа и у меня, и у нее был мастер категории VIP, именно вот так вот с вами будут общаться, ну, это вдруг, если вы не знали. И мы начинаем решать также вопрос, почему один майник стоил 15 кес, а второй стоил 9. Потому что это другой дизайн, у тебя этот. То есть, как бы, у тебя нет, одинаковый. Это одинаковый дизайн. Должен был быть, понимаете, в чем проблема? А вопрос. Это абсолютно одинаковое. Это могут быть погрешности в 100 рублей тысяча относительно суммы 10 тысяч. Но здесь абсолютно, смотрите, ну не может отличаться. Ну как, у нас не сало, у нас цены фиксированы. У нас нет такого. Нет, смотри, объясняю. Даже вот по счетчику у нас там нет такой стоимости 15 тысяч. Она говорит, 10 ногтей, 3500. Плюс дизайн, там, 2, ну, плюс 2 тысячи. Плюс маник, 800. Если, ну, она говорит, 6-8 тысяч. Свет. А теперь вспомните, что я говорила про своего мастера, что она просто зефирка, что она потрясающая, что она со всеми улыбалась, со всеми была вежливой. Так вот, когда ее позвали разбираться, почему такая цена, она подняла тон голоса. Слушай, давай... Я на своей абсолютно шик. Просто я тоже отдала за работу дизайнер 30 тысяч. Такие работы никто не делает. Вот, смотри, девочки... Хочу внести вам небольшую ясность, чтобы вы в целом понимали, что вот будет происходить, потому что будет достаточно долгий кусок. В салоне находятся 3 администратора. И сейчас стоят с нами 3 администратора и 2 мастера. Мастер Лиана конкретно сейчас участвует в обсуждении с самым адекватным из администраторов. Девушка, которая здесь совершенно новенькая и недавно работает. И, видимо, поэтому она еще пытается спрягаться за клиентов, а не нести просто какой-то определенный булшит и унижать клиентов, как будет делать другая девушка, когда это уйдет. Но это будет в дальнейшем. Прикол в том, что в салоне нет такой цены. Цены в 15 тысяч рублей за маникюр, даже самый сложный по всем максимальным счетчикам, у них в салоне не бывает. То есть мастер Лианы придумала эту цену. Она придумала эту цену, и девушка-администратор пытается за нас впрячься и говорить, откуда ты взяла эту дурацкую цену, ее нет, даже если посчитаем. И дальше она пытается ей доказать, что по прайсу салона такой цены нет. Да. Ну почему ко мне не я бы тогда уже... А у Светы сколько ваша работа? Вот это потрясающее великолепие вопрос. Стоит 9 тысяч рублей. Надо понять просто, чем руководствоваться? Базой, в которой тоже нет этих сумм 15. Ну, если даже вот набить 10, ну, давай посчитаем в самом лучшем случае. Мы накинули. Слушай, то есть давай, Я на свои абсолютно шик. Просто я тоже отдала бы за эту работу там в дизайне. Потому что здесь, на Усане, такие работы никто не делает. Вот, смотри, девочки, ключевое. Это ну, для меня очень... Работа. Да, тут у нас начнем единственные этого, два специалиста. Сколько сантиметров? Слушай, я говорю, ты новенькая, ты пока эти моменты не знаешь. Смотри, я не потому, что новенькая, я ошиблась. Мне сказали 15, я говорю, такая, да нет, девочки, ты эти моменты не знаешь. Мой мастер хоть и завысил цену на свои услуги, тем не менее, это как-то все равно входит в погрешность, такая цена имеет место быть, в отличие от 15 тысяч рублей. Если вы помните и давно меня смотрите, я еще когда-то давно говорила, что в нашей семье были салоны красоты, потом их продали, потому что задолбала все это мракобесие. Обычно именно так люди зарабатывают себе деньги мимо кассы, обманывая владельцев салонов. Они просто находятся в доле с администраторами и потом делят деньги, которые они получают, ну, скажем так, выходя за рамки прейскуранта. Я не говорю, что сегодня произошла конкретно такая ситуация, я просто делюсь с вами схемой, которая действительно существует. И если вы обратите внимание, остальные два администратора действительно, они просто постоянно молчат. Разбирательство идет между мастером Лианой и вот этой вот девушкой-администраторшей, которая за нас. И обратите внимание, вот еще раз, этот момент, как мастер Лианы Диана говорит ей, ты новенькая, ты еще здесь ничего не понимаешь. Слушай, я говорю, ты новенькая, ты пока эти моменты не знаешь. Обратите внимание на эти слова, потому что остальные два админа молчат, но по идее как бы должны все решать наш вопрос, все-таки это конфликтная ситуация в салоне, почему же только одного человека это волнует? Но, кстати, она потом ушла, потому что они ее довели. А кто-то знает, что здесь... Вот как вот здесь вообще? Здесь неправильный чек написан. Давай, Диана. Давай, я могу тоже сказать, придет, я такая села, но я вижу прям точно, что у нас нет пальцев в салоне. То есть, как бы, про погрешность, и это может быть, что сама я когда это ажусь, что мне мастер, может, как бы телефон, и что-то я добавляю, потому что я вам все это здесь. Даже не цена салона. Сразу так считается? 500 рублей за один.
Нет, блядь, 200 рублей за это. Дизайн, мне казалось, 1200 дизайн. От сложности зависит. То есть умножили 500 на 10 свадеб. 500 дизайн одного пальца. В данном случае это в чеке. Света мне сказала 1200 дизайн. Ну, как бы вот, я вижу одинаковую работу. Ну, это не важно, это есть салон, есть одна и та же. Больше меня не записывайте. И все. Кать, ну 15 таких нет, ну как бы у нас нет такого, мне кажется, средний чек обычно даже другой. Здесь идет это... двойное наращивание почти там. У нас работа, тут доказывается, мастер... Ну, тут есть, такое? У нас есть салон, мастер может дома у себя делать за 30 косарей, как дизайнер. Вот, ну вот. То есть я хоть и первый раз, но, по крайней мере, я как бы порядочно знаю точно политику. Я здесь 2 года уже клиентка и пришла, ну, потому что вот, не знаю, мне это приносит удовольствие. Не потому что я там сижу такая, типа, акция и так далее. Я просто представляю, если просто, да, человек невидимый пришел в один салон, его поставили в такую ситуацию, а извините меня, 15 тысяч, это может быть... Вся зарплата человека, во-первых, да, если это регион. Если это Москва, это может быть половина зарплаты человека. А когда девушка идет, думает, что 6 тысяч, она такая, ну окей, это вот на 1/5 моей зарплаты, да, неприятно, но терпимо. Типа, серия, тем больше, это не повседневный маникюр, как может она идет на день рождения, или там, не знаю, у нее свадьба, да. Там, она делала такой маникюр. Ну, блин, мало кто ходит в обычной жизни таким маникюром, просто на работу тебе не возьму с ним. А теперь представьте, когда вам вместо 6, к которым ты готова, у тебя отложено, а может, у тебя всего ровно 6 да, тысяч. Да, мы тебе сделали подарок на день рождения, у тебя было 6 косарей, ты идешь с этими 6 косарями, да. Как бы в салон в надежде, что вау, клёво, прикольно. А тут тебе говорят 15. Все против тебя, потому что моя мастер стоит и говорит, я что, бесплатно работала весь этот день? Смотрите, вечером. Да, было вот так, девочки. Сказали маникюр, цвет, наращивание, да, снятие. Да. И плюс к этому еще дизайны. Какие такого у вас, не было сказано. У нас есть дизайн. У нас есть подтверждение разговора. У нас есть просто буквально видеозапись. Нет, 1200 было, 1500, 1200 было озвучено в этом месяце, что дизайн. Давайте откроем прайс и все посчитаем. Вот как есть. Ну, дизайн. То, давайте. Ну, как бы, вот так, взяла одного ногтя, 50 рублей или 500 рублей. Это имеет значение же? Ну, да, давайте, давайте. 6 лет, она 3200 дороже, чем 6 тысяч. Ну, понятно. 6-8, как бы, ладно. Но просто момент, что тоже нужно было вам с мастером, конечно. Мне нужно было? Ну, не мне нужно было, согласитесь. Подожди. Как обычно, вот если да, цена то есть очень важна, мы приходим, обсуждаем детали. Нет, что значит цена очень важна? Нет. То есть я не зря заранее скидываю видео дизайна, фото дизайна, не зря заранее спрашиваю цену и длину ногтей и все. То есть как бы чтобы не было вот таких ситуаций. Если бы я ничего не спросила, я сказала, что на все штуки и все, вопросов не было. Я понимаю. Но когда был вот такой фидбэк, ну то есть это странно. Согласитесь. Пока мы с ней решали эту конкретную ситуацию, подошло 2 или 3 мастера к администратору с той же претензией. Они, видимо, в конце смены, мы, видимо, попали под конец, потому что было уже закрытие, и они считали свой заработок за день. Они подходят и говорят, а почему у меня столько, почему у меня столько, почему у меня столько, у меня должно быть больше. И кому-то сказали, все, окей, тебе салон заплатит, типа, окей, иди, потому что сейчас разбирались с нами. Кому-то как бы не решали, просто отправили домой. Ну, то есть это не проблема была только наша. Это была проблема, которая вот еще была у других администраторы пошли пересчитывать нам стоимость маникюра, потому что цена, которая написана в чеке, она, конечно же, совершенно неправильная. После того, как они пересчитали цену, я опять завелась, потому что опять началось обсуждение из серии, почему теперь мой маникюр получается дорого с 6 до 9 тысяч, считаю все равно этот вопрос обоснованным и правильным, учитывая качество моей услуги. Вот, и в конечном итоге все скатилось до этого. Ситуации, почему подходили к вашему мастеру, когда вас записывали и администратор подходила к мастерам, потому что работа, ну, понятно, в моем понимании, я бы вас никогда не записала, например, на 2 часа, даже на 3 часа. А нам сказали, что есть 4 часа. Светлана, вот, к которой подходили, видя свою запись, девушку, вы же видели, мы к ней же подходили не просто, чтобы поговорить, у нее была запись, и она была не... Да, но я, получается, как клиент, который пришел за определенные услуги, не получил эту услугу, потому что я пришла с бэкграундом, в блондинку, меня бы обесцветили до рыжего, дальше у мастера пришел другой клиент, меня бы обесцветили в темно-коричневый, сказали, вот тебе классные окрашивания, уходи. Я понимаю вас, я понимаю вот девушку, которая у нас там с 5 вечера, ее вот так же, почему-то Светлана, я не знаю, почему мы это еще, конечно,
к этому вопросу обязательно вернемся завтра там, или в любом случае это как бы так не осталось. Света, она сама по себе такие работы, в принципе, никогда не делает. Мы же предварительно отправили вам фотографию, и именно мой мастер подтвердила, что она такой маникюр сделать сможет. Собственно, вопрос, как бы опять, а зачем ты это подтвердила? Зачем ты конкретно назвала эту цену? И что в итоге за вообще мутная вода тут происходит? Да, но тогда почему у вас работают мастера, которые заверяют в том, что они могут сделать по факту, а деньги берут с меня? В конечном итоге, спустя огромное количество времени, выясняется, что во всей этой ситуации с подгонянием мастера виноваты не администраторы, понимаете, сюрреализм, еще хуже. Виноват мой мастер, потому что она изначально, когда уже записали меня, когда, ну, типа, я уже записалась, все, и ехала, грубо говоря, в салон, записалась еще одна девушка, и она убедила администраторов, что она успеет обслужить и меня, и новую девушку. И я не знаю, сколько она закладывала на мой маникюр с учетом всего, возможно, я закладывала 1.5 часа, и, естественно, логично, что когда я только села, прошло там 40 минут, возможно, клиент уже пришел, и к моему мастеру стали постоянно подходить. И, блин, она реально во всей ситуации виновата, понимаете, сюр. Ладно то, что она в этой ситуации еще виновата. Мы это уже опустим, потому что это обсасывалось в том видео очень много раз. Сейчас я просто понимаю, почему так произошло. Так еще и по какой-то причине вместо 6 тысяч, которую назвала именно эта женщина, Светлана, у меня появилась цена в 9 копейками. У меня. Выделила свой рабочий день. Она выделила на вашу работу вот столько... Даже потом, когда Лиане сидела, доделывали, а я закончила на 1.5 часа раньше, хотя изначально у меня было выделено 4 часа, но мне сделали маникюр за 2.5, я потом сидела 1.5 часа рядом. Сама же мастер ко мне подошла и сказала, ну, конечно, да, тут надо было сильно больше времени потратить. А если приходит сама девушка, которая не может заплатить столько за маникюр? Окей, это мы можем. А придет девушка, которая не может заплатить цену за маникюр? Лиан, так именно поэтому, именно поэтому мы это все и сделали. У нас ногти, получается, по 300, ну, если вы так прям не говорите, пусть будет, тогда по 200. Как на базаре. Ну, нет, скажите, не нужно так. Нам не нужно делать сметки через одолжение. Мы задали вопрос моей Светлане, по какой причине маникюр с такой огромной разницей? На что она ответила? Она дороже, она долго сидела. Потому она и посчитала дорого. Ну, как вы понимаете, да, то есть изначально эта женщина записала меня сама на 4 часа, именно она озвучила, что 4 часа нужно не Диана, которая делала маникюр Лиане. И сейчас оказывается, что цена Лианы дороже, потому что Лиана отсидела свое время, на которое изначально записывали, а я отсидела, получается, на 2,5 часа или на 2 часа меньше, и поэтому маникюр тоже получился дороже, чем 6 тысяч рублей, но потому что я сидела меньше. А если бы я тоже, видимо, просидела 4 часа, у меня, видимо, тоже бы 1.015 было, хотя изначально ты сама сказала 6. Ребят, я ничего не понимаю. Это так тупо. Что ждет? Убрали запись. Все равно мы же сколько нужно сидели по времени, мы отсидели это время. Не меньше, не больше. Косяков сказали, там вообще, брака там нет. 4... Подожди, вы же сами проходили, когда мимо нас, глядя на мой маникюр, вы сказали ей... Вы сами сказали, что нужно больше времени было потратить. Да. Это было при мне, при тебе. Меньше. Я говорю, больше, потому что там будет художественная роспись. Ну, вот. Так это же одинаковое. Вот эта девушка просто запустила. Вот эта вот роспись художественная стоит 500 рублей. А у вас же такая же роспись. А ну, я сделала просто подешевле, чтобы мы быстро делали. Так мы не пришли за быстрым маникюром, мы за качественным маникюром. Если вам не нравится, пошлите, я сниму. Алиса топила за своего мастера, она за нее заступалась, она ее защищала, а в конце мастер такая, давайте я вам сниму. Я не понимаю, что подумала мастер Лисы, что, видимо, Лиса просто... Вопрос, да не в этом вообще ни разу, господи. Я не понимаю, как они вообще до этого дошли, что за сюрреализм. Мне не в маникюре дело. Меня волнует, почему, во-первых, несоответствие цен, во-вторых, такое отношение. Причем здесь неудачный маникюр. Если бы, конечно, мы срезали маникюр, я бы сразу сказала, блин, отстой маникюр, твое говно, давай срежь мне его, я не буду за него платить. Я бы сделала это в самом начале. Я ж не стояла на кассе и не говорила, не хочу платить. Я говорю, придумайте решение, которое меня как клиента удовлетворит. Покажите, что вы классные, что вы клиентоориентированы. Вот что я хотела. Просто та причина, по которой тебе предложили снять маникюр сейчас, это именно потому, что думаешь, ты хочешь уйти с бесплатным маникюром. А как вы видите, я понимаю, что когда конфликтная ситуация, люди начинают вести себя несколько иначе. Но просто посмотрите на всю ту риторику, с которой я общалась с моим мастером, как сильно я за него топила, и какое хамское отношение к себе я получила в конце. То есть я сглотнула твой хреновый маникюр, я отстояла твои права, когда на тебя наезжали, то есть я показала, что в моем присутствии моего мастера не должны обижать. Блин, извините, пожалуйста, а можно уже 6-й раз не подходить к моему мастеру, потому что это меня уже просто бесит.
доступа времени, а получается, что больше... Ко мне первый раз, подошли, когда мы только начали делать наращивание ногтей, и спрашивают, когда освободитесь. Я реально уже бешусь, что подходит шестой раз к моему мастеру, постоянно отвлекаете. Да, но у меня записано, я здесь все еще сижу, и ко моему мастеру постоянно подходит. Это вообще ни разу не круто. И в конечном итоге я получила вот этот лицо, ну и что, ну мы же на базаре, поэтому давайте за 200, как бы. И когда я такая, так, стоп, давайте мы не будем с вами разговаривать, она такая, нет, что вы, я не с вами так разговариваю. Сначала конфликт и прошел ровно час. Тут, видимо, не выдерживает самая вот эта мерзкая, выдерживает. Откуда ни возьмись, появляется вот эта женщина восхитительная. И она делает так, вы оплачивать будете или нет? Я не предлагаю свои, я не говорю, что мы, типа, просто оплачивать не будем, мы не будем. Мы хоть раз... Что вы сейчас сказали, прости, как курочки сидеть? Окей, хорошо. У вас вообще нормально с коммуникацией? Сфера услуг все-таки как-никак. У меня все нормально с коммуникацией. Я вижу, IC, да. Подходит, говорит, ну будем ли мы оплачивать или нет. То есть нам вежливый, милый администратор не могла предложить решение этого вопроса. Мастер Лисы пересчитала все и как на базаре скинула ей 100 рублей за дизайн, и получилось одного ноготочка, и получилось вместо 9 тысяч 8 тысяч. И подходит эта девушка, мерзкий администратор, и она такая, будете оплачивать или что? Мы говорим, стоп, давайте вы не будете с вами разговаривать. Она говорит, а что вы как курица, типа сидите, разговариваете, или что-то вы курицы? Вы как курица сидите, кудахтаете. И я такая, стоп, что вы сейчас сказали? Мы так кудахтаем, просто очевидно, прям хо-хо-хо. Администратор — это лицо заведения, да, в которое ты приходишь. И когда я делаю акцент в сфере обслуживания, это не потому, что люди в сфере обслуживания хуже, чем другие. Нет, конечно, я сама работала дофига в сфере обслуживания. Даже если он очень неприятный, и тебе очень хочется, ты просто не можешь. Ты все равно пытаешься нивелировать ситуацию и сделать ее максимально комфортной, потому что этот клиент — это твои дальше деньги. Даже самый мерзкий клиент, с которым иногда что-то не залаживается, в конечном итоге могут быть постоянными, притаскивать своих друзей. Да и в целом ты не имеешь права уронить бренд своего салона, а как бы, ну это сюрреализм. И когда вот эта женщина неприятная, она сказала, они предложили тебе какое-то решение? Мы такие, нифига себе. То есть мы еще должны предлагать решение. Да, простите, мы пришли в салон сделать маникюр, заплатить вам деньги, а нам еще как бы самим себя проадминистрировать. И я говорю, мы должны предлагать. Она говорит, либо вы оплачиваете, типа хватит, надо оплачивать. Мои сладкие малыши, я знаю, что среди вас очень много сотрудников сферы бьюти. Пожалуйста, скажите, вот если у вас в салонах такие ситуации бывали, неважно, с какой вы стороны находится, со стороны мастера или со стороны администратора, вот реально в таких ситуациях что делать и что делать правильно? Мне очень интересно послушать конкретно ваше мнение, потому что я могу рассуждать только с точки зрения клиента и с точки зрения человека, который был непосредственно связан с владением салоном красоты, но это вообще история про другое. И... когда она говорит, вы либо оплачиваете, либо нет, она задает вопрос другому администратору, она говорит, ну что, не предложите какое-то решение? То есть она начинает говорить о нас, при нас, в третьем лице, да, начиная игнорировать нас. Она делает то, что хочет нас унизить и подчеркнуть наш, ну, статус, что мы здесь вошь. Да, что мы как бы никто, а она клёвая. Что мы вошь, что мы пришли, что вот, да, в их восхитительный салон, что как бы мы недостойны того, чтобы с нами разговаривали, поэтому можно нас осуждать. Дальше, конечно же, я понимаю, что эта ситуация будет длиться до бесконечности, я сама сдолбалась, поэтому я говорю вот этой неприятной женщине, что вы сейчас даете свое решение от салона, вы выбираете, как нам поступить, и мы сделаем так, как вы скажете. Если бы она сказала мне, оплати сейчас полную стоимость изначально, то есть там 15,9, я бы оплатила 15,9, потому что, ну, для меня ситуация понятна. Одну фразу. Конечное решение, как поступить, оно за вами. Если вы скажете нам сейчас, идите оплатите, мы все вам оплатим. Мы можем вам предложить переделку. Он говорит, пойдемте оплачивать, вы готовы оплачивать. Мы такие, да, пойдемте. Да, и мы идем, вот стоим уже у кассы. Мы подходим на кассу, готовы оплачивать. Лиса уже максимально на взводе, потому что ситуацию уже не выровнять никак, ее невозможно выровнять. И Лиса достает, ну, вот так стоит с телефона, вот так снимает. Просто вот так стоит. Девушка, а я против того, чтобы... В общественном заведении я прекрасно знаю законы страны, я являюсь журналистом, можете меня не втирать в эту личность. С этого момента я дико проорала, потому что я не сказала, что я работаю журналистом, я сказала, что я являюсь журналистом. То есть, по факту, у меня есть журналистское образование. Студак, журфака, диплом у меня тоже есть, но он у мамки. Записала это исключительно для вас, чтобы вы понимали, что я не несу какую-то выдуманную дичь. Ну, типа, все и так это все знают, господи. Это было сказано исключительно в контексте того, что я понимаю, что я могу делать, что я делать не могу. И ходить с телефончиком в салоне красоты я могу. Это публичное место, я живу... Звоню в полицию, мы давайте, звоните. Звоните в полицию, можете прямо сейчас позвонить. Давайте, я жду, давайте звоните в полицию. Можете, пожалуйста, громкую связь поставить? Нам будет очень интересно. Послушайте.
звонят с Nail Studio. У нас такая проблема, тут молодые две девочки, они совершеннолетние явно. Очень дико себя ведут, на самом деле, пытаются не оплатить чек. Мы не пытаемся не оплатить чек. Они представились сотрудниками прессы и говорят, что не имеют права на это. Вы вообще слышите этот бред, который она несет? Они представились сотрудниками прессы и говорят, что имеют право на это, не оплачивать чек. Я очень обвиняюсь, но сотрудники прессы оплачивают все услуги, товары, вообще все. Журналисты платят за то, что они делают. Что ты несешь? Какое отношение сотрудник прессы, которым я не являюсь, которым я себя не назвала, Лиана вообще в этой ситуации молчала, имеет отношение к тому, что кто-то там что-то не оплачивает. Это вообще сюрреализм. Мы говорим ей под руку, что... Мы говорим, что... Не так, ей просто... Несет какой-то рандомный бред каким-то рандомным людям. Просто что это такое? Объясните, можно мне кто-нибудь объяснить, что происходит в этой ситуации? Потому что я не могу. Я сейчас пересмотрю видео, я ломблю, потому что это бред. Это просто бред какой-то поехавший. Но если вдруг является сотрудником прессы, именно сотрудником прессы, журналист, журнализм — это зеркало власти или служанка, вот, то имейте в виду, что вы все-таки абсолютная власть, это не зеркало и не служанка, и, в принципе, Засурскому больше нет смысла задаваться этим вопросом, поэтому вы можете просто, ну, никогда больше ничего не оплачивать. Просто говорите, что вы сотрудник прессы, и, ну, это будет веским основанием, чтобы ничего не платить. Ну, просто цирк на самом деле. Мне уже нужно закрывать смену, соответственно. И нам не хватает полиции на цирк, чтобы сделать. Очень хочется. При том, что мы говорим, что мы готовы оплатить, а сейчас вас, во-первых, назвали несовершеннолетними, а во-вторых, сказали, что мы не хотим оплатить, чего мы не делаем, потому что мы готовы оплатить сию секунду. И причина, по которой звонишь... На кассу. Да. И мы стоим буквально на кассе, и у нас все видео подтверждение того, что мы готовы оплатить сию секунду. А можно как-то сотруднику полиции передать, что вот эти вот две белокурочки стоят на кассе готовности оплатить? Нет, зачем? Не передавала, зачем? Давай подождем полицию. Окей. Просто что интересно, очень интересно, что вам скажет полиция за то, что мы стоим. И готовы оплатить. Да, мы наводим... А еще можно поднять камеры видеонаблюдения и посмотреть по ним, как мы вообще скандально себя ведем, наверное, все рушим, стоим, безобразницы. Ты, между прочим, когда полиции звонишь, тебя требуют назвать твое имя, фамилию, отчество. Так что, скорее всего, это звонили администратор. Потому что, когда совершается звонок в полицию, да, заявление составляет совершенно иначе. И очень смешно, что вы развели реально тут цирк. А вы нас, кстати, оклеветали. Я вам изначально сказала, спокойно, вы готовы? А мы сказали, готовы. Просто как... А вы не слышали фразу, когда мы сказали, что мы готовы платить? Вопрос был в том, что она снимала. Так она... Мы были готовы делать это 20 минут назад. Если вы думаете, что с сюром закончено, нет! После того, как эта администраторша, которая вызвала на нас полицию, несла вот этот вот булшит, она услышала, что я говорю, что это не звонок в полицию, потому что я знаю, как выглядит звонок в полицию. Она такая, так ну что, вы готовы платить? Приносим извинения. Первый раз, кстати, за все время. За все время диалога, это первый раз. Типа, вот первая бесчинствовала, занималась такой хренью, она ей ничего не сказала. Она просто стояла такой, типа, работа администратора, она именно такова. Первый делает вид, что он звонит в полицию, запугивает тебя, второй просто стоит и, типа, улыбается. Но в конце, когда ты, как бы, показал первому, что, чувак, ты вообще здесь просто вообще не прав на 100 и 100, а тебе говорят, ну, извините, пожалуйста. Маленькая подсказка. А что ты сейчас флексила? Ты бедокуришь вообще? Опять дети бедокурят. Где мамка твоя? Здравствуйте. Блин, она, ребята, она на меня в полицию звонит. О, опять эти несовершеннолетние бедокурят. Докапывается. А наряд вы выслали, ОМОН, Росгвардию? Все, не снимали, сказала. Успокойся. Несовершеннолетняя. Мама, у меня тиктокер. По карте. Да, ясно. Бумс. Да что, у меня в уведомлениях есть. Если вы не понимаете, что происходит, почему мы мнемся, почему я тут стою, почему я туплю, почему я копаюсь в телефоне, почему мы вообще находимся рядом с кассой после оплаты, так дело в том, что нам не выдали чек. И мы специально тянем время, потому что, ну, все-таки человеческий фактор, и если там, типа, человек не дал тебе в течение 20 секунд чек, ну, это нормально. Делись, мы все еще стоим и тупим, и ничего не происходит. Мы стояли там, ну, минуты 3. Девушка убрала наш чек в шкаф и даже не предложила его отдать. Если вы не знаете, то почитайте о том, какие последствия за то, что не дают чек. Ну, что мы не видим? Хочешь, давай сейчас позвоним? Мы все еще даем ей шанс. По факту. А что мы реально не позвонили? А что мы не позвонили? Нам никто не сказал, что вот звоните. Ну да, кстати, у вас есть конфликтная зона. Мы не видели, да. Пойдем за курткой. Пойдем за курткой. А где они? Они там висят, вот. Все, пойдем. Ребят, нам не дали чек. Вы вообще понимаете, нам не дали чек.
А вот это уже, а вот это уже. Вовремя вы вспомнили про чеки, когда мы про них сказали. Вовремя, я говорю, вы про чеки вспомнили, когда мы про них сказали. Нет, я знаю, я потому что просто чек обязательно выдавать в Сталине. Да, я знаю. Позже, чем нужно было, но хорошо, что вообще вы это сделали. Это вас спасло от штрафа. Окей. Ну, по крайней мере, от одного точно. Знаете, почему мы оплатили? Потому что я считаю, что это представление стоило денег, и типа, да, ситуация вопиющая, но в целом вы теперь просто хотя бы понимаете, что на моем месте, на месте Лианы, может оказаться обычный человек. Абсолютно. И со всем этим цирком может столкнуться абсолютно каждый. Девушки или мужчины знали, что в таких ситуациях вообще делать и вести себя правильно. Конечно, мы в итоге заплатили больше, чем 6 тысяч, да, но хотя бы не 15. Хотя, на самом деле, нужно было бороться до последнего и говорить тем временем. В следующий раз, когда мы пойдем в салон... Мы пойдем. Теперь будем всегда, наверное, ходить вместе, потому что, кажется, это в 300 раз интереснее, чем ходить. Мы теперь всегда будем отстаивать свои права. Если нам тут кривые ногти, кривые стрелки, мы будем отстаивать свои права. До этого, заметьте, мы этого не делали. Вот много есть трэш-обзоров на Ютубе, и люди постоянно, ну, блогеры там говорят, ну, сделайте скидку за плохой дизайн, да? Мы ни разу этого не делали. Мы всегда платили полную стоимость. И мы всегда были максимально лояльны, даже когда мастер делал очевидное дерьмо, да. Как бы плохо нам не делали, мы всегда платили полную стоимость. Но здесь просто это уже невозможно. Больше мы так делать не будем. Мы будем отстаивать свои права, и если это будет плохо, мы как бы, ну, все, мы будем говорить открыто, что это плохо.